Как нелегальный алкоголь может испортить свадьбу? Сотрудники полиции отправились в рейд по ночным заведениям района. Правоохранители преследовали сразу несколько целей. Искали несовершеннолетних посетителей, мигрантов, а также проверяли пожарную безопасность и документацию. Вместе с сотрудниками полиции на охоту выходит АБ, по делу уголовного розыска и отдел исполнения административного законодательства. Место проверки выбирают по оперативным сводкам и жалобам горожан. Кафе на проспекте Энгельса подошло по всем параметрам. Визит сюда полицейских совпал с празднованием свадьбы, которое на время пришлось прервать. Мы выявили 3 граждан иностранного государства, находящихся на территории России без документов. У них даже паспорта не было. Они были задержаны, доставлены в территориальный отдел полиции. Также была выявлена реализация алкогольной продукции без лицензии. Вот, данный алкоголь был изъят. Нелегальным оказался весь алкоголь, который предназначался для праздника. Всего правоохранители отправили на склад временного хранения около 50 литров спиртного. При этом владельцу выписали штраф. Сейчас в полиции совместно с администрацией поднимают вопрос о закрытии бара.